Китайский актер и режиссер Джеки Чан получил премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф Академии Honorary Award. Сообщение об этом появилось в официальном твиттере Американской академии киноискусств. 62-летний актер отметил, что не рассчитывал получить эту престижную награду, даже несмотря на свою продолжительную кинокарьеру. Джеки Чан сыграл в более чем 100 картинах, снял 16 фильмов, а также неоднократно выступал сценаристом и продюсером. По данным Forbes, актер занимает второе место среди самых высокооплачиваемых актеров в мире. Его гонорары достигают 61 миллиона долларов.